Друзья, всем привет! Вот опять Мишаня на связи. После обеда. Вот погода у нас такая. Сейчас буду кормить голубей на улицу. Камеру поставлю со стороны, чтобы снимала, как они будут выходить. Так, все, погнали. Вот они белые опять поперли. Главное, чтобы хищник. Вот опять 4 штуки. Сейчас этих посниму, если будут испугаться. Четвертка пошла. Последний раз покормил вчера вечером. Вот почти сутки. Вот рядом, полметра сидят от меня, кушают. Там один остался внутри. Четвертка поднялась. Вот, ребята, для этого и держим голубей. Вот, чтобы балдеть от таких моментов. Давайте я чуть-чуть им еще принесу. Поставлю камеру здесь.
Так, наверху один исчез. А вот он, с той стороны сидит. Вот молодой какой-то. Еле-еле летает, без хвоста, без ничего. После полета обязательно убирайте воду, потому что если после полета они сразу воду будут пить, то так вы будете легких у голубей портить. После полета где-то полчаса голубь не должны пить воду. Кто-то там попросил показать на вид. Вот, ребята, все птицы, сможете посмотреть. Я специально снимаю. Может, сегодня получится снимать посадку. Тот раз. Скунулись все. И не получилось. Может, сегодня получится. Вот они идут на посадочку. Я снимаю снизу, надо со стороны. Так, двое садились. Еще один. Легко садятся, легко поднимаются. Так, остался, походу, наш ныряющий. Вот он. Или она. Так, вот, сейчас я поеду внутри, покажу, как все голуби заходят за несколько секунд.